Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сервере Плюс РП. Да, чуваки, это обзор сервера, короче. Извиняюсь, если я буду заговариваться, потому что сейчас почти 3 часа ночи, да. Итак, это сервер Плюс РП, пацаны. Извиняюсь, что я не скачал модпак, потому что я живу в Украине, пацаны. У меня со скачиванием модпака траблы, короче. То он 3 часа качается, то 4, то вообще не хочет качаться. Поэтому я буду без модпака. Но модпак на сервере есть, я IP группу оставлю в описании, вы там сможете скачать модпак и посмотреть подробную информацию о сервере. Но сегодня у нас будет обзор, посмотрим, что здесь и как. Нас встречает бонус здесь, 1.5 лям, короче, и скутеры. Мы появились в Арзамасе, так понимаю. Не обращайте внимания, что онлайна нету, потому что, сами понимаете, 3 часа ночи. Сервер вроде бы как открылся недавно, если я понимаю. Я не смотрел, но вроде бы, наверное, открылся недавно. Лям с половиной у нас тут бонус получается. Давайте пройдемся по GPS. Важные места: автовокзал, автосалон, пляж, покупка рецепта, магазин одежды, автошкола, военкомат. Давайте, наверное, поедем сразу в автосалон, я думаю. Да, у меня нету модпака, но, возможно, там написаны хотя бы модельки машин, либо хотя бы что-то себе купим, чтобы было бы комфортно передвигаться по карте. Кстати, по маппингу здесь довольно-таки прикольно. Видите, такая сцена вот стоит недалеко от спауна. Так что можно здесь потусить будет с пацанчиками там и так далее, с своими друзьями. Я думаю, это будет вполне себе неплохо. Так, мне пришлось перезайти, у меня там чуть-чуть траблы произошли, мышка не работала. Не знаю почему, я перезашел, вроде бы все нормально. Здесь, видите, вот такой вот маппинг даже есть, в принципе, неплохой такой маппинг. Прикольненький такой, типа, перекрытая дорога, типа, завал, поезд, там, все дела. Ну, по маппингу здесь довольно-таки все прикольно. Также есть машины, так сказать, скорой помощи. Повторюсь, я играю без модпака. Получается, вот, 4 скорой помощи, машина такая вот. И вертолет у них даже есть. Это довольно-таки неплохо. Кстати, по-моему, этот особняк, это со старого мода Мазинга. Ну да, скорее всего, здесь я за основу старый мод Мазинга. Я так понял. Ух, сколько домов по ГОСу. Давайте я хотя бы ценник посмотрю. Мне просто интересно, сколько они стоят. Хотя, мне кажется, до хера не стоят. 2 миллиона стоит вот такой вот дом. Может, что-то подешевле можно найти, я не знаю. Короче, покупаем себе вот этот домик. Давайте. 750 тысяч он стоит. Я думаю, будет недурно. Все тут дома по 750 тысяч, кроме вот этого деревянного, он 2 ляма стоит, короче. Поэтому сможете себе купить какой-то из этих домов. Так, вот система автосалона, короче, вот такая прикольненькая. Можно будет что-то здесь прикупить, конечно, чтобы комфортнее передвигаться. Я думаю, давайте купим себе поджерик. У меня на него как раз хватает денег. Так. 0. Вот такой черненький купим, короче. Так, вот, видите, какая система. Вот, можно цвет менять, короче. И покупаем 700 тысяч. Все. Так, ваш транспорт успешно. Так, X-Car. Или как там? По идее, он возле дома заспавнился, или где? Давай сейчас посмотрим. Так, все, заебись, поджерик мой появился, в принципе. Давайте его откроем. Права у меня, надеюсь, есть. Хотя бы. Да, права у меня есть. Все, теперь будем комфортно передвигаться. Сейчас посмотрим, что еще есть на данном сервере. Вообще, батарею сейчас посмотрим. И потом еще пройдемся по GPS-у. Блин, если бы я не купил поджерик, что-то подешевле, я мог бы себе уже бизнес купить. Ну, в принципе, вы можете его себе позволить. Если не будете покупать, получается, машину дорогую, вы сможете позволить себе купить бизнес. Так, это у нас что? Так, это у нас такси, я так понял, это автошкола. А где здесь ДПС? Оно, наверное, перенесено, в принципе, да? Я просто хотел номера получить. Но, видимо, не судьба. Видимо, не судьба. Давайте по GPS посмотрим, что еще можно, в принципе, посмотреть. А, база механиков, пляж, покупка рецепта. Давайте пляж, наверное, посмотрим, что там за такой пляж интересный, что он даже есть GPS. Так, что-то метка меня привела, я что, неправильно выбрал GPS?
Ну, это покупка, я так понял, оружия. Так, пистолет. 20 тысяч. О, здесь прикольно, что есть рецепты, блин. На самом деле, на копиях Амазинга я ни разу не видел, чтобы продавались рецепты. Это довольно-таки круто, что здесь есть рецепты. Давайте еще посмотрим что-нибудь, что есть здесь. Ну да, это копия Мазинга мод, но чуть-чуть переделанный. Ну, не чуть-чуть даже, по мапе вы переделанный и, в принципе, нормально. Да, вот здесь нужно покупать, я так понял, металл. Там у нас шахты. Ну, смотрите, я не буду, в принципе, это уже давно все видели. Давайте посмотрим, казино по ГОСТу стоит или его уже купили. Мне просто интересно. Я думаю, а нет, казино еще не стоит, значит. Либо оно в другом месте. Так, какие здесь есть администрация поселка, короче, какие есть фракции? ППС, больница, ПГТ, Батырева, ВДВ, репортеры, ИГИ, БДД есть. Ну, нормально, чё. Так, развлечения, площадка для концерта. Это мы уже видели. Нелегальная организация, это ОПГ Ореховский и Солнце. Районы области, Старая Рублевка, Новая Рублевка, Наркопритон. Бизнес, СТО, ПГТ, Батырева, магазин одежды, АЗС, ПГТ, Батырева. Окей. Вот такой вот был обзор сервера. В принципе, сервак неплохой. Бонус здесь, кстати, небольшой. 1,5 лям. Я считаю, это нормальный бонус. В принципе, я думаю, для старта будет нормально. Но если будет уже более-менее нормальный онлайн, бонус можно будет убрать. Как бы. И все равно вы за этот 1,5 лям не купите все, что вы хотите. Вы можете купить еще дом и машину, вот как я. А хорошую машину и дом, и бизнес вы сразу же купить не сможете. Придется либо там в казино играть, либо еще что-то. Поэтому бонус здесь не очень так влияет на игру, я думаю. И быстро все не раскупят. Ну что ж, а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.